Вот вверх этой дорожки, там все идут на пляж, и мы туда же пойдем. Чего? Вон речка. Спускаемся, вон пляж, какой длинный. Сейчас пойдем поближе. Изведаем глубину. Пойдешь? Ну, там дядя ходит по середке вообще, мальчик. Вот здесь увидели рыбку. Вода прозрачная. Прям такая рыбка хорошая плавает. Там на приближении, конечно, не очень. Ну, какой прям по сравнению с этими мелкими. Это крупная рыбка такая, наелась она. И вот здесь плывут мелочь. Вон там. Ну, мелкая, конечно, речка в этом месте. Вон там дальше пляж. Сейчас до туда дойдем. Ну, так прозрачная водичка. Рыбешки. Красоты. Никита пошел по щиколотку переходить речку. И все сразу рыбки отплыли, естественно. Давай лови там щуку. Или кто там плавал? Крокодил. Зато стрекоз там синих летает, вон полно. Ну, смотрите, глубина. Ребенку до щиколотки не доходит. Второй пляж. Тоже песка насыпали. Хорошо тут. Раз, два, три. Пошел. Вот. И так можно проплыть. Под водой. Ну, голову окуни вниз. Давай еще раз проплывешь. Тихо. Да, и мои ноги, вон мои ноги. Отличная вообще вода утром. На редкость такая чистая. Супер. Вообще красота. Мне вода непроницаемая. Просто вон видно. А прям очень хорошо видно? Ну, видно дно, вон моя нога. Да, вон камешки. Да, вот твоя рука. Там просто идет уже. Ну давай. Прозрачная водичка. Вон Никита там плескается. Никита, ну давай ныряй, что ли?